Сегодня у нас 11 сентября. Это мы находимся на лагерном пруду. Вот он. Там вдалеке у нас храм. Вот. Вот там вот деревня у нас. Тайничков дом. И вот здесь мы зашли на плотину. Вот внизу камыш шумит. Такие вот лага широкие тут. И пришли убрать траву, которая взошла тут сильно. Надо посмотреть будет. Целая нет тут. Плотина, может, подделать надо. Вдруг где бобры опять прогрызли, прорыли. Ну, с братьями трудимся. Брат Никита рубит. Наточили наши лопаты. Вот. И сбоку наточили, впереди наточили. Ну, конечно, мужиков нету таких уж сильных. Ну, режет, по крайней мере. Вот Игнать, значит, тут трудится. Периодически дождик. Высохло что-то почему-то. Главное, эти корешки остаются. Корни. Вот она большая. Да. Но вы скрепляете поверхность. Это можно уже назад обернись, разница какая. Так это еще не попадает. Мы должны посмотреть, где бобры, что делают. Заранее принять какие-то меры. Там дерево упало. Делать рыбачить неправильно. Каждый потянул и делает.
меня голосом с ночи. Из бани я вышел и холодные березовки, видно, выпил. Ну ничего, ничего не болит. Она одна такая. Я в воскресенье говорил, что делать. А Глушков Игорь говорит, я поехал сейчас к Андрею. И сначала Исааки точил. Отец пришел и он убежал. Что, глаза лишние. Ну, я что, она нужна? Я говорю, кто знает, сколько стоит, я заплачу. Здесь даже еще удобно, просто вперед стыкай. Видишь, как удобно. Игорь дал совет. Я лопатой рубил, потому что здесь будет так, ну не знаю, но подтолкнул к этому. Я крапиву давно, уже несколько лет рублю лопатой. Вот это сейчас. Тогда это скоро. Где бобры точат протяну. Где они точат, там белый поток. Вот сейчас плохо, что ветер дует в обратное направление. А так видно сразу. Глина, они ее там точат. Ну и точат запечатывать. Бать бобру. Пожалуйста. Как не бывало. Вообще здорово. Это волны, это твоя лопата. Никуда. Я ему заплачу за нее сразу. Ты убирай веточку. Страшно. Ну сколько тут? 4 метра больше. Да? Ну да. Вон он, камыш-то какой маленький. Дерево, по дереву-то видать. Ну, вот так. Камыш был, да? Можно здесь сделать ровно. Это можно, когда пройдете здесь. Вот это бугор. Сюда. Отработка.
Слава Христу!